Знову, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні ми поговоримо про дагестанську культуру. А у гості ми запросили, і зараз буде трохи несподіване рішення для вас, тому що люди ці знані, ви добре знаєте їх, їх роботу. У нас у гостях родина Каймаразових, батько та донька Лоліта та Мурат Джамалович. Лоліта Каймаразова – голова правління Ради національних товариств Миколаївської області і Мурат Каймаразов – голова Миколаївського обласного товариства дагестанської культури. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Добрий день. А ви знаєте, насправді кожного разу по середах у нас, знаєте, такий величезний сімейний альбом Миколаївщини, альбом культури. Кожного разу кожна сторінка, вона прикрашена по-своєму. І, як правило, ви виступаєте в ролі людей, які з'єднують культурні традиції. Ми посередники. Так, посередники, експерти, можна так сказати. Але цього разу мова за вами, тому що ви представляєте у тому числі величезний пласт культури дагестанської. Мурате Джамаловичу, до вас запитання дійсно. Як сталося так, що ви живете тут, на Миколаївщині? Звідки ваше коріння і наскільки воно глибоке? Я корінний дагестанець. Родився в горах Дагестана, село Санчи, Кайтахського району. Районним центром у нас є Маджеліс. Дагестан – это центральная часть Кавказа. Территория моей родины 50,3 тысяч квадратных километров. Она примерно по составу населения похожа на Николаевскую область. Где-то состав населения в пределах 2 миллионов 200 тысяч. Это вся республика, да? Да, во всей республике. Если говорить, значит, там где-то у нас получается около 24 районов, как говорят, избирательные округа, когда округов, да, и в городах где-то 14 округов. Столица моей родины является Махачкала. Сейчас Махачкала выросла как огромная территория. И огромные средства сегодня вкладываются на развитие этого города. Я буквально недавно был у себя на родине, побывал в селе, побывал всех своих родственников и близких, побывал в Махачкале. Сколько лет прошло вот с того момента, как вы уехали оттуда? Вот как я уехал оттуда в 1976 году. Ну, я могу сказать, что почти 40 лет прошло, да? Давно, да. Ну, уехал по... 39 лет уже. Да. Ну, судьба так сложилась, что я познакомился с прекрасным человеком, с украинкою, почти немецкого происхождения, потому что у нее дед был немцем, вот, Кауц Фридрих Вильгельмович. Мы познакомились, а тогда было молодое время, люди влюблялись, создавали семьи. Таким образом, я создал свою семью. Интернациональную, да? Интернациональную семью, украинка. Да. Я ничуть не жалею, у меня прекрасная сейчас семья. Вот. И слава Богу, что вот такая вот у меня есть дочь, единственная моя, которую я очень люблю, которую я ценю. Я с уважением, с любовью отношусь к своей семье. Ну, понятно, наши дети – это наше продолжение, однако вот сегодня мы говорим о ваших корнях. Лолита, вот что сегодня вы представительница уже нашей украинской культуры больше, правда? Вы здесь родились, насколько… Да, я здесь родилась, да, я здесь ходила в школу, училась, поэтому, конечно, была на родине отца только один раз. Еще тогда был Советский Союз, была возможность путешествовать более свободно, более легко, и мы поехали с семьей на родину папы, посетили горные селения, в Маджалисе были, в Санчи были, были в Кубачах, о которых мы сегодня будем говорить, были на комбинате кубачинском художественном, смотрели, как делаются вот эти прекрасные изделия из серебра. Сколько лет вам было тогда? Мне было, по-моему, лет 12, или, может быть, даже меньше. Ну, в принципе, вы уже можете вот сегодня с позиции уже взрослого человека оценить вот в своей ментальности, в своей душе, вот как располагается все-таки культура украинская и дагестанская, потому что папа носитель культуры остается до сих пор, да? Мама носитель украинской, и вы выросли уже в среде украинской. Если заявлять все-таки о дагестанской культуре, вот какие, знаете, самые показательные такие моменты вот этого направления?
Но как мне кажется, и сколько я общалась, это все-таки горский народ, очень свободолюбивый народ. Ну, нельзя говорить, что, ну, мне кажется, все-таки гордые в своем достоинстве. Люди, которые знают себе, вот они достоинство имеют, свое собственное достоинство. И они очень уважают свою культуру, любят свою культуру, ценят ее. Ну, вот мне кажется, любые кавказские народы какой-то колорит они имеют. Вот, неповторимый. Мурат Джамалович, когда абсолютно. К нам приходит, это действительно у нас сразу поднимаются радушные, все просто настроения. Радушные очень, очень гостеприимные. И то, что во мне осталось, когда звучит кавказская музыка, просто не могу сидеть на месте. Это правда. Просто кровь просыпается, я просто иду в пляс, танцую. Так, кровь просыпается, да? Невозможно. Дорогие друзья, и у нас сейчас с вами обязательно проснется кровь, несмотря на то, что кавказские корни не у всех, потому что действительно восточная музыка, она не оставляет равнодушных никого. Сейчас я приглашаю вас, знаете, такое маленькое путешествие прекрасной страны, Республики Дагестан, и мы посмотрим следующую зарисовку, такую прекрасную, яркую, острую эмоционально. Давайте посмотрим. Да, колорит такой, ну, невероятный. Да. Каждая страница, вот каждая фотография, это действительно вот свободолюбие, да, такой масштаб, полет невероятный. Вообще творчество. Вот вы заметили, что очень много изделий декоративно-прикладного творчества, и действительно, там в Дагестане живут мастера практически в каждом селении. Резьба по дереву, резьба по камню, ювелирные изделия, гончарство, ковры качества, ну, просто вот чувствуешь народный дух, который вот видишь это все, это настолько сильная красота, и чувствуешь, этот дух тебя наполняет. Вот, вы знаете, творить хочется тогда, когда действительно душа вот поет, душа требует какого-то разворота шире, но что наполняет душу прежде всего, вот какие моральные засады, вот
любой народ, это прежде всего самое главное достояние любой страны, это народ. Ну а что наполняет культуру дагестанского народа вот в плане моральных каких-то основ? Уважение к предкам. Это первое, абсолютно прежде всего. Верно, да. Что еще? Уважение к предкам и уважение к старшим. Я помню до сих пор, когда я жил в селе, мы когда ребята сидели, мальчики, 6-7-летние, как только проходил старший, мы вставали. Я до сих пор вспоминаю и говорю, какое великое чудо, когда человек не забывает уважение к старшим. А у старших было громаднейшее ощущение любви к нам. Конечно. Вот этот элемент для человека очень важен. И до сегодняшнего дня, где бы мне не приходилось быть, это для меня очень важный элемент. И что еще ценность в нашей родине? Понимаете, Дагестан, он всегда был в центре боевых действий. Когда шла война между Турцией и арабскими странами, когда вот эти вот великие движения были, когда Римы были хозяевами, по сущности, если мы видели сегодня в видеоматериалах, акведук, это римское сооружение, это которое было построено столетиями тому назад. То есть вот это есть уникальность истории, но главная уникальность – многонациональность. Вот как я всегда говорю, многонациональная Николаевщина, да, так и моя родина – многонациональная. Аварцы, даргинцы, лакцы, табасаранцы, русские, это народности, якаты, которые населяют. Да, лезгины, лакцы. Огромное количество людей. Если так вот в целом перечислить, я вам даже вот скажу, даже где-то, вот смотри, даже у нас есть белорусы, 547 человек, казахи 619, а да? Украинцы украинцы. Украинцы, 2869 ничего человек себе, проживают. Ничего себе, это приличное, да, поселение. Да. Это... Русские проживают у нас где-то 250 тысяч человек. Ну, это понятно, это все-таки основная часть их живет Российской Федерации. В городах она живет. Угу. А в селах живут именно этнические группы. Аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, русские, азербайджанцы. Азербайджанцев живет 111 тысяч человек. Основное место проживания – это Дербент и районы. Понимаете, вот в этом есть сущность уникальности. Здесь заложена очень великая история многих веков. Потому что этнические, когда шли войны, они особо, даже татары в том числе, когда татаро-монголы завоевали территорию Кавказа, таким же образом оседлые, мы остались тюркоязычные народы. Вот это есть уникальность. Мурат Джамалыч, я извиняюсь, а вот, например, вот вы говорите, я все-таки еще вот как-то где-то осталось на том моменте вот уважение ко взрослым. А есть ли особое, знаете, слово, которое выражает уважение ко взрослому, когда, например, человек там младше по возрасту обращается? Потому что я вспоминаю свою семью, у меня мама всегда на бабушку и дедушку говорила «вы». Вот несмотря на то, что вот так, вот сейчас у нас принято «ты» говорить, да? А вот в дагестанской семье как? Вот у нас как раз, у нас нету такое выражение «ты». У нас, то есть «вы», выражение «вы» нету. Есть выражение «ты». На отца его называешь не именем, отчеством, а именем только называешь. Вот это различие. То есть папа, что мама нету, чувство, да? Вот? Да, чувство уважения к родителям, ко взрослым формируется названием имени. Или, например, «аба». «Аба» – это мама. Угу. «Абаба» – это уже бабушка. Бабушка. Да. Ну, по сущности, всегда в диалоге выражаешь эмоциями всегда, да, понимаете? Да, но я и знаю, что еще у восточных народностей очень много заложено в имени. Вот, например, вы – Султан Мурат, да, Джамалутдинович. Да. Это так, да, уже по-нашенскому, да, мы, да, Мурат Джамалыч, о вас говорим. Что обозначает вот каждая часть вашего имени? Вот смотрите, я снова возвращаюсь к той истории. Так. Значит, и языковом направлении. Когда-то в Дагестане была грузинская письменность. Потом, когда уже пришли арабы, у нас пошла арабская письменность. И, соответственно, сегодня Дагестан считается мусульманской страной, входящей в состав Российской Федерации. Но имена формируются именно как у арабов. Например, Мухаммад. Магомед, да, называется сейчас, да? Его настоящее имя Мухаммад. И называется именем пророка. Или Абу-Бакр. Абу-Бакр – это был сподвижником пророка Мухаммада. Известнейшие мусульманские ученые, сподвижники и так далее, имена именно так и называют. Или, меня, например, назвали Султан Мурада. Так. Именем друга моего отца.
Вот очень, очень интересно, да? Да. В нашей традиции, вот Лолита Мурадовна, да? Да, Султан Мурад – это турецкое имя, и Султан Мурад был первым правителем Турции, который объединял свое время. Смотрите, как взаимосвязаны ислам, Турция, арабские страны. Поэтому здесь и в культуре заложены некоторые элементы, которые из семьи в семью переходят, самое из крови в крови. Самое интересное, что в истории Дагестана было и христианство. Сейчас в разных районах находят вот останки древних христианских церквей. И, в принципе, на презентации мы немножечко говорили об истории Дагестана, и я подобрала фотографии. В одном из районов Дагестана существует вот такая вот христианская церковь. Правда? Да. И существует еще когда-то до 20 века, вот как раз мой дедушка написал вот эту вот книгу «Очерки истории культуры народов Дагестана». Он говорит о том, что существовал еще у аварцев до 20 века такой традиции. Традиция вот катания яиц, что-то похожее на христианскую нашу пасхальную. Ну, все понятно, откуда каймаразовы вот заражены идеи объединения людей, потому что, вы посмотрите, дедушка написал книгу, а люди переехали уже в Украину, и продолжается вот это желание объединять и исследовать, правда, популяризировать в какой-то степени настроение, культуру людей, которые живут рядом с Но нами. Но эта книга, когда он был вообще молодой, он писал. Он историк, по-моему, профессор, да? Сейчас он профессор, очень известный еще ученый Дагестана, глубоко уважаемый человек, Ганиш Шахвалиевич. Я его очень люблю. Это настолько скромный человек, малословный человек, который выражает чувство уважения. Он сейчас очень много книг об образовании, в целом о культуре. Он переводил арабские языки. Он глубоко знает этот арабский язык. Понимаете, я горжусь тем, что я пошел хотя бы частично по следам своего отца и своего отца-брата Ганиша Хвалиевича. Потому что я тоже начал, оказывается, в свое время в Николаевщине заниматься исследованием. И вы знаете, мы издали книгу «Миколаївщина. Багатонаціональна». Мы включили в этот процесс весь ученый мир, исследователей. То есть это генетический путь, который ты приносишь пользу в той стране, в которой ты находишься. Я горжусь этим. Марат Джамалович, я думаю, что и Лолите есть, собственно говоря, чем гордиться, потому что сегодня вы пришли, и вас блистает просто орден, это вид знака, и она прикрашена в кольорах вже українських. Расскажите, пожалуйста, что произошло в последние дни? Вы знаете, у меня, честно говоря, очень много наград. Так. Министерств культуры. Вы знаете, что я заслуженный работник культуры Украины. Буквально недавно, на днях, когда мы проводили презентацию «Кубачинский орнамент», это великолепнейшего нашего ювелира Расула Алиханова, моя задача, в котором заключается пропагандировать культуру и историю моего народа, это чисто социальный проект, не имеем права даже его где-нибудь продавать или покупать, это категорически запрещено, и специально мы его сделали для учебных заведений. Пришли представители нашего горисполкома, и вручили такую вот награду за заслуги перед городом Николаевым. Возможно, есть определенные заслуги у меня перед городом. Да и перед областью, Мурат Джамалович, это правда. Это действительно то, что сделано, возможно, делалось, вот насколько я знаю, на протяжении, наверное, 20, да, Лолита, больше лет? 20 даже лет больше. Нашей организации, да, очень много сделано, столько проектов реализовано. И Мурат Джамалович стоял у истоков, и до сих пор он инициатор многих проектов. Единственная организация сегодня, которые действительно занимаются последовательно вопросами сохранения этнической культуры, мира, взаимопонимания и дружбы. И слава Богу, что население области и города нас знает, с нами советуются, поддерживают нас. Нам это очень хорошо, что мы помогаем гражданам нашей страны сохранить мир и дружбу. Начиная с нашего региона южного, и, конечно же, уже распространяемся в пределах всей страны. Последнее, вот буквально на прошлой неделе произошло действительно вот такое интересное событие, презентация книги «Кубачинский орнамент». Об этом Мурат Джамалович начал говорить. И сейчас я хочу попросить режиссера, чтобы нам показали именно сюжет, как происходила презентация, потому что там действительно много было интересного, гости были. Давайте посмотрим. Кубачі – найбільший художній центр Дагестану. Давня назва цього аулу – Зирех-Гірхан, що в перекладі означає «виробники кольчуг». 6 століття – найбільш відомі кубачинські вироби зі срібла.
Для детального ознайомлення з неповторними орнаментами всіх видів і періодів розвитку складено альбом «Кубачинський орнамент» Расула Аліханова. І наразі Кубачі – це всесвітньо відомий центр ювелірного мистецтва, який славиться технікою гравірування срібла. Книга уникальна тем, что Кубачи является всемирно известным центром ювелирного мастерства. Известен, в принципе, он очень давно, с глубокой древности, но сейчас в мире наиболее известны это вот кубачинские орнаменты и изделия из серебра с чернью. Эта техника считается уникальной в мире. Видання надруковане накладом 100 екземплярів в одному з миколаївських видавництв і рекомендоване як научний посібник з метою популяризації дагестанської культури в Україні. Окрім ювелірної справи, здавна розвивались інші види художніх ремесел – різьблення по каменю і дереву, бронзове литво, карбування, виготовлення зброї, плетіння і ткацтво. Орнаментам дуже багато років. То, естественно, задача художника была все это собрать, чтобы представить и показать вот эту вот уникальную культуру. Потому что раньше считалось, что эти орнаменты заимствованы. Для того, чтобы доказать и показать, что кубачи и кубачинское мастерство, и кубачинский орнамент являются уникальными в мире, собственно, и был подготовлен этот альбом. Кубачинське мистецтво давнє, але продовжує захоплювати людей і в наші дні. Під час презентації книги була представлена також виставка виробів дагестанського декоративно-ужиткового мистецтва – картини зі сховища обласного художнього музею імені Верещагіна, пов'язані з Кавказом. Кубачинське мистецтво – це мистецтво височайшого мистецтва. І рівних йому, ну, от, пожалуй, і по цій технології трудно знайти в світі. И вот это вот одна из таких вот, может быть, небольших ступенечек к изучению культуры вот этого уникального совершенно региона Кавказа, Северного Кавказа, Дагестана. Почесну відзнаку міського голови за заслуги перед Миколаєвом вручено голові Ради старішин Ради національних товариств області, голові обласного товариства земляцтва Дагестан Мураду Каймаразову. Саме за його ініціативи було перевидано, презентовано сьогодні унікальну книгу. В ході заходу пролунала національна музика та розповідь про історію і мистецтво Дагестану. Ви бачите, що сьогодні в нас у студії є це видання, книга «Кубачинський орнамент». Лаліта, а де люди, от Миколаївці, зможуть його побачити? Може, в бібліотеках? Да, ми пригласили на презентацію представителів бібліотеки, звісно ж, предоставили їм екземпляри, щоб можна було всім желаючим посмотреть, ознакомиться, дійсно, тому що альбом унікальний, він состоїть із трьох розділів. Перший розділ посвящен історії різьби по камню кубачинському, другий розділ – це різьба по дереву, і третий, наиболее обширный, это раздел резьба и, вернее, даже художественная обработка металла. Угу. Представлены орнаменты наиболее распространенные, и, в принципе, это авторская зарисовка. Расул Алиханов – это известный кубачинский мастер, он заслуженный деятель искусств России, но сейчас он уже умер. И эта книга, она, в принципе, это второе издание. Первое издание этой книги вышло в 1960 году. И оно у нас есть. И вот была такая очень долгая, давняя задумка издать ее у нас в Николаеве для того, чтобы наши украинские мастера смогли ознакомиться с искусством кубачинцев. Традициями, да. Этими, да. И слава богу, благодаря поддержке Управления культуры, национальности и религии Николаевской облгосадминистрации и нашему дагестанцу, директору предприятия «Агро-Юг-Сервис», это известная торговая марка «Амина», Алихану Молочееву, мы смогли реализовать вот эту нашу задумку. Это очень классно, вы знаете, потому что каждый раз, вот, собственно говоря, знаешь о народах Кавказа, знаешь о их колорите, но каждый раз, знаете, как бы открывается новая-новая грань, и ты понимаешь, насколько все наши традиции исходят в далекие корни, в глубокие корни, и каждый из нас должен знать об этих корнях, мы должны своим детям передавать, мы должны понимать суть, знаете, как бы на чем зиждется эта жизнь. Сделано уже. Уже можно сказать, что кубачинский орнамент вошел уже в историю, да, Николаевской надеюсь, области. Надеюсь, что будет полезен, да. Это еще расширит как бы грани познания другой культуры. И дагестанцы живут здесь, на Николаевщине. Так, я хотела спросить, что дальше? Вот, например, что в планах у вас? Что надо ожидать нового, чего-то такого интересного? Или пока что вы ассимилируете то, что произошло, насколько уже удалось все? Я скажу, что я буду готовить в Николаеве на следующем году, я думаю, весною, Дни дагестанской культуры. Так.
с танцами, с песнями. Возможно, мы пригласим гостей из Дагестана. Всякое может быть. Угу. Поэтому сейчас пока вот в таком вот варианте мы готовимся к этому прекрасному празднику, посвященному моей родине. Так. Мурат Джамалович, я хочу пожелать вам успеха, я хочу пожелать вам сил, я хочу, чтобы вы гордились тем, что вы делаете, гордились, что у вас такая дочь, которая идет вашими стопами и понимает суть того, что вы сделали. Мы гордимся тем, что мы с вами сотрудничаем и будем Спасибо. Надеяться на то, что так будет и дальше, потому что в Николаеве мирно. Мы красиво живем, мы понимаем культуру и суть культуры людей, которые рядом с нами, ну и продолжаем работать. Я благодарю граждан Украины и украинцев за то, что они вот так вот оценивают мой труд, и все-таки это большое достижение не только мое, и всех людей, которые меня сейчас Конечно окружают. Конечно же. Мурат Джамалович сегодня растрогался. Необычно вас видеть в такой роли. Как-то обычно вы нас, наоборот, нас поднимаете. Правда, Лолита? Немного вот меня смутило, вот, когда речь идет о наградах. Понятно. Понимаете, я не привык к похвалам. Вот. Я лучше сам буду хвалить других Понятно, людей. Понятно, но это заслуженно, Мурат Джамалович. Спасибо, Спасибо вам большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.